участники школы номер 21 города Ростова-на-Дону. Киноармейцы и участники школьного медиацентра. Сегодня, 14 февраля 2024 года, мы отмечаем важный день. Освобождение Ростова от немецко-фашистских захватчиков. Мы хотим гостям и жителям нашего города напомнить об этом дне. Сотни тысяч людей погибли за нас в то время. Поэтому мы всегда должны помнить их героические поступки. Специально для этого мы поучаствовали в акции и подготовили такие буклетики, которые получал каждый прохожий для ознакомления и изучения этой даты подробнее. Мы хотим, чтобы все помнили и не забывали своих предков, которые сражались за нашу жизнь. Я ученик школы номер 21. Я представляю движение «Юная армия». Сегодня мы проводим акцию «Ростовчане помним эту дату». Расскажите, вы знаете, что отмечается 14 февраля? День освобождения Ростова от фашистских захватчиков. Правильно. А еще День любви. Правильно. Мы вам дадим такой вот буклет. Вы можете ознакомиться с информацией более поподробней и узнать много нового. Здравствуйте. Мы ученики 21-й школы и участники движения «Юной армии». Сегодня мы проводим акцию «Ростовчане помни этот день». Знаете ли вы, что значит день 14 февраля для Ростова? Нет, не знаю. 14 февраля для Ростова очень значительный день. 14 февраля 1943 года Ростов был освобожден от фашистов. И мы хотим, чтобы ростовчане знали эту дату и никогда не забывали. Поэтому мы вам вручим вот такой вот информационный буклет. Спасибо большое. Пожалуйста. Здравствуйте, мы ученики 21-й школы, и мы участвуем в движении «Юнармия». Сегодня мы проводим акцию «Ростовчане, помните этот день». Знаете ли вы, что значит 14 февраля для Ростова-на-Дону? Конечно, 14 февраля – это день освобождения Ростова от фашистов. Да, это так. 14 февраля 1943 года Ростов был освобожден от фашистов. Чтобы вы не забывали про этот день, мы хотим вам вручить вот такой вот информационный буклет. Спасибо. Ростовчанин, помни этот день! Yeah!